Тренировочные районные мероприятия по локализации и ликвидации условного очага холеры прошли на базе детской больницы и инфекционного отделения Солигорской ЦРБ. Опасна холера как с симптомами, так и осложнениями. Среди них повышенная или пониженная температура, потеря жидкости в организме, инфаркт миокарда, острая почечная недостаточность и другие. К тому же в истории зафиксированы 7 пандемий этого вирусного заболевания. Поэтому так важно знать порядок действий по недопущению подобных случаев. Совместно с сотрудниками Солигорского центра гигиены и эпидемиологии врачи отрабатывали порядок проведения лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. Событие не новое и проводится на постоянной основе. Для того, чтобы медицинские работники могли своевременно выявить пациента с подозрением на такие инфекционные заболевания, обеспечить своевременное информирование всех заинтересованных и организовать комплекс лечебно-диагностических мероприятий, противоэпидемических мероприятий, для того, чтобы не допустить широкого распространения таких инфекций, потому что они представляют угрозу. Учения прошли достаточно хорошо, то есть персонал знал, каждый был на своем месте, каждый делал то, что он должен делать. То есть своевременно был собран эпитанамнез, своевременно был поставлен диагноз, был проведен забор материала и продемонстрированы навыки. Также мы отработали с бригадами скорой помощи эвакуацию пациентов, проведение дезобработки, ну и многое другое.